Очень с красивым салоном Sportage бывает, и раньше они как-то к нам захаживали. Вот сейчас есть еще один. Так, а мотор-то какой? 2 литра. Смотрите, на мой взгляд, в этой машине основные плюсы — это вот этот терракотовый салон, а по оснащению все просто очень неплохо, но не топово. Значит, бесключевой доступ старт-стоп здесь есть. Вот, смотрите, о чем я говорю. Это нежный персиковый цвет салона. Действительно очень красиво смотрится. Сиденья, как вы видите, и электрические. Далее стартуем автомобиль. От топа эту машину отличает отсутствие панорамы и отсутствие адаптивного круиз-контроля. По-моему, вот это основные базовые вещи. Но это дилерский автомобиль, видите, на русском языке он. Далее двухзонный климат. Стекло лобовое греется, причем не только зона стеклоочистителей, но и целиком. Все стекло, здесь нити по всей площади. Сиденья греются и передние, и задние. Греется также руль. Ассистент спуска с горы, камера 360 здесь. А далее, смотрите, здесь же два объединенных экрана, топовые. То есть они бывают, вот только что снимали недавно Sportage, бывают здесь с крутилками, но это опять же на вкус и цвет. Но по факту топовые машины, они вот именно вот с такими двумя экранами сенсорными. Здесь управление круизом, здесь управление электробагажником. Все, друзья мои, по-моему, все. Ну вот интересно, как они, да, сделали. Вообще они любят же светлые потолки, Kia и вообще корейцы, я бы сказала, даже более широко корейцы и китайцы, они любят больше светлые потолки при светлых тонах салона. А здесь сделали терракотовый салон и темный потолок. Наверное, красиво.